Добрый день, друзья! Храни вас Господи! Сегодня вроде большого праздника нет. Завтра чествовать будем князя Владимира. Служба будет. Вот. Сейчас вот ходил, гулял. Собрал ягодки маленько, поэтому хочу поделиться. То есть, получается, я-то ее, эту ягодку скушаю. Ну, а вы мысленно то же самое попробуйте ее. Ягодка очень вкусная, лесная. Вон она такая ягодка. Вон она какая ягодка. Хорошая ягодка. Вкусная ягодка. Поэтому я ее за ваше здоровье. Ну. Во, ребята. Я говорю, лес, он не только лечит, но он и кормит, и обогревает. И дает понять, что все-таки быть добрым, это гораздо лучше, чем злым, жадным и так далее и тому подобное. Поэтому старайся быть лучше каждый день. Если мы будем бороться со своими всякими непонятными вещами внутри, то Бог это услышит. Ему это надо, ему это приятно. Как говорится, чем проще человек, чем проще ему, тем проще ему управлять тобою. А все остальные сложности, это все ерунда конкретная. Ну ладно, ребятки. Храни вас Господь, ваших близких, родных, ваших младших братьев, кошечек, собачек, птичек, которые у вас, может быть, в клетке сидят. А это не очень хорошо, что они в клетке сидят. Это не очень хорошо. Ну все. До вечера. Храни вас Господь, ребята.